Саженцы съедобной жимолости индиго, ланисера эдалис, привлекают дачников высокой урожайностью, отменными вкусовыми качествами. Формируют компактный вертикальный куст высотой около 1,5 метров и шириной до 1,2 метров. Жимолость сохраняет декоративность весь сезон, поэтому нередко дополнительно используется в виде живой изгороди. Сорт индиго зацветает в начале апреля. Нуждается в скрещенном опылении. Цветки невзрачные, светло-желтые, но очень ароматные, привлекают насекомых. Плоды фиолетовые с белесым налетом, среднего размера, массой около 1,5 грамм. Мякоть плотная, кисло-сладкая. Взрослые кусты дают около 5 кг ягод. Жимолость съедобная индиго – это многолетнее растение. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола жимолость съедобная индиго можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Жимолость съедобная индиго имеет ранний срок созревания. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что жимолость съедобная индиго – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.